Чё ты хочешь от меня? Вопрос. Я что-то нарушил? Причина остановки, сказала, пожалуйста, скажите мне. Причина остановки моей. Еще, блядь, автобусника. Паш. Да. Я могу поговорить с сотрудником? Не, повтори, пожалуйста, что не слышишь. Я могу с сотрудником поговорить? Да, можно. Отойди. Да, хорошо. А, можешь назвать причину остановки? Выруби. Расшифруйте ПДД 2.1.1. Алексею привет. Лису Алексею. Да, привет, ребят. Во, сука, ебучая, нахуй, лагучая, ебаная мразь, сука. А, ой. Расшифруйте ПДД 2.1.1. Паша, у тебя штраф-то есть? И что? А это причина остановки? А я вам их передал, если вы не видели. А, Было это не такое, я вам причина их остановки. передал. Вы знали? Это обязанность Сейчас человека. случилось ДТП, меня человек снес. Мой автобус снес человек. Проверка документов, да? Это не причина, это действие, да? Классно. Вот какой я сильный.